Всем приятного просмотра. День 2. Давайте продолжать. В прошлой серии мы как раз на этом месте с вами остановились. Давайте попробуем найти выживших. Так, что это у нас? Лагерь. Отдых в лагере. Это ваш лагерь, если вы хотите. Можете отдохнуть в нем день, чтобы восстановить здоровье и уменьшить стресс. А как мне восстановить это? То есть я могу лечь в палатку поспать? Блин, а ты можешь не бросать камушек у меня же. А, у меня больше камушков нету, да? Да, камушков у нас, к сожалению, нету. Хорошо, ладно, давайте отправляться. Шахта возможных выживших. Лес. База призмы. Давайте, наверное, начнем с шахты. А там уже посмотрим. Я потратил камушек последний. Так. Ага, вернуться в лагерь. Так, шахта просто кишит этими тварями. Ага, это я. Издаю звуки, да? Давай, наверное, потихонечку будем двигаться. Сейчас исследуем, что здесь находится. Так, большой камушек. Хорошо. Я так понимаю, нам нужно... Дальше? Да. Мы на первом? Да, мы на первом. Давайте на второй отправляться. Посмотрим как раз, что здесь находится. Сейчас нужно будет нажать на С. Во. И потихонечку, помаленечку топать в разные стороны. Что у нас здесь находится? Включить свет. Отлично. Они все равно слепые, правильно? Так, давай она ближе подойдет. Падла. Получи. Блин, мы камушки зря, наверное, с вами тратим, да? Что-то мне кажется. Не знаю, стоит ли включать свет. Вроде бы и так видно. А здесь, по идее, больше не должно быть монстров. В эту пещеру мы можем спрятаться. Отлично. Давай, наверное, продвигаться дальше. Так, обыскать пусто. Так, открыть сломано. Хорошо. Я так понимаю, это сейчас дальше у нас будет на уровень ниже, да? Мы сможем спуститься вот. Но пока не спускаться, давайте мы не будем. Посмотрим, что у нас справа находится. Так. Присели и давай топаем понемножку. Дал, присели. Во, умничка. Так, обыскать. О, маленький камушек. Маленький камушек. Так, при встрече с врагом ваш уровень стресса повышается. В конечном итоге это может привести к получению... Угу. Чтобы это избежать, попробуйте подкраться поближе к врагу. Это поможет снизить... количество стресса. Хорошо. Есть. Ёб твою. Есть, шикарно. Давай пробежимся. Топливо добыли для лампы. Шикарно. Здесь тупик. Хорошо. Я так понимаю, когда мы бегаем, мы вот издаем звуки, да? И нас могут услышать, ё-моё. Ага, то есть ты меня слышишь, да? Прикольно. Прикольно, как мне его победить? У меня аж нет вроде ничего с собой. И нужно ли мне туда двигаться, как думаете? Так, давай запрячемся. Сейчас он пойдет назад, и мы с вами... исследуем то место. Давай, возвращайся. Куда он ушел? Алло. Ты далеко? Давай посмотрим, есть ли тут что-нибудь еще интересное. Ага, он возвращается. Давайте его дождемся, чтобы я увидел, что он идет. Да, вот он идет. А, у нас
нас повышается, видите, уровень стресса фиолетовым. Сверху, слева. И это мне не нравится. Ёб твою. Все, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, куда я спускаюсь? Зачем я это делаю? Арчи, что ты творишь? Давай делаем вот так вот. Третий уровень. Ничего не вижу. Ага, вижу. Так, маленький камушек поднять. Так, что у нас тут? А как он слепой меня видит? Скажите, пожалуйста, но у него ж нету глаза, вот смотри. Как он меня замечает? М? Монстр, как ты? Как ты это делаешь? Что это за магия такая? Ух тышка, это что такое? Так, документы. Документы, документы. Так, всякая билиберда. Из отдела кадров. Так, вы не знаете, почему это важно, но... Клэр виднее. Кто такая Клэр? И почему ей виднее? Давай, наверное, отправляться вниз, да? Все, на третий, на второй. Нет, давай на второй поехали. Все, все, все. Я ухожу. Угу. Давай, наверное, мы все-таки сюда будем уходить. Сейчас поднимемся с вами на первый этаж. Здесь мы вроде все уже обыскали. Не понял? А как мне... Как мне подняться на первый этаж? Ага, вот. Шикарно, все, давайте на первый этаж и уезжаем отсюда. Я думаю, мы здесь больше с вами ничего не найдем. Так, отлично, и побежали. Так, читать могу? Нет, читать не могу. Пока не могу уйти, а из-за чего? Что я упускаю? Неужели мне нужно этих всех монстров победить? А я их победить не смогу, потому что я могу их только оглушить с помощью камушка. Блин. Ну ладно. Давай попробуем еще раз. А, вот еще что-то есть, смотри. Интересно. Это типа на уровень ниже, да? Да, мы можем с вами на пятый уровень спуститься. Прикольненько. Все, пошли. Пусть тут будут вот эти вот такие черви маленькие, которые пользуют. Ползают личинки. А других не будет. Монстров. Открыть дверку. Угу, нам нужен будет ключик, да? Твою ж. Так, нож. Нож точно не помешает. Вы тоже можете атаковать ножом. Можете атаковать ножом на двоечку. Ага, достал нож, режь, правильно? Шикарно. Войти. Ну все, с ножом я себя чувствую более в безопасности. Привет, ты кто? Поговорить. Наконец-то кто-то из спасателей. Мне нужны мои документы. Согласно инструкции, в случае эвакуации все документы, критические для корпоративной деятельности, также должны быть сохранены. Так, а мои как раз... На третьем уровне, да?
Так, хватит мне приказывать. Ох, простите, послушайте, дамочка, мы должны выбраться отсюда, и я попытаюсь их достать, но чего не обещаю. Так, отдать документы нам. Спасибо. Я уже думал, что замерзну тут до смерти. Так, давайте убираться отсюда. Мне нужно еще кое-что проверить, скоро вернусь. Так, давай проверим еще кое-что вот здесь. Мы ж можем, да, на 6-й уровень спуститься, правильно я понимаю? Нет, не можем. Хорошо, давай отсюда убираться. Да, пошли. Так, вы выжили, чтобы продолжить борьбу, перейдите к сводке. Хорошо, пошлите в лагерь. Отлично, мы с вами справились. Так, заблудившийся спасен. Клэр, надо же было ей казаться именно менеджером. Отличненько, мы молодцы, мы с вами справились. Так, статус, что это у нас, сводка события. Что она в событиях, Клэр, ага, хорошо. Так, у нее есть два камушка и одна еда, да? Давай поговорим. Так, здесь все вверх дном, но сойдет и так на время, если мы немемного наведем ряд. Водочка — ключевой элемент нашего выживания. Теперь, когда у нас больше рабочих рук, предлагаю тебе назначить нашего нового сотрудника ремонтировать ее. Вот, держи. По лагерю было разбросано немного дерева, используя его с толком. Это будет настоящая пиар-катастрофа. Я уверен, во всем станут винить, как обычно, HR-ов. Безусловно, звучит как серьезная проблема. Вы разбираетесь с ней, а я пока займусь более тривиальными вещами. Такими, как, например, наше выживание. Хорошо, давай. Где наше дерево? Вот наше дерево, да? Отлично, две штуки есть. Камушек тут никому не нужен. Давай, наверное, камушек. А не, давай заберем камушек один. Лампу, наверное, заправлять мы пока не будем. В хранилище ложим, да? Тут же топливо нигде не надо. Нет, не надо. И пойдемте искать следующих выживших. Или что мне нужно? Так, осмотреть. Взять, закрыть предметы. Навыки. Назначение Клэр. Взять. Дать. Ага, нет предмета для использования. Значит, нужно дерево ей дать, да? Насколько я понял. Давай попробуем. Нет предмета. Нет предмета. А как мне дать ей дерево? Так, мастер водокачки увеличивает производство на 1. Взять. Фляга. Непонятно. Погодите сейчас, ребят. Ага, вот тут, вот, отлично. Дерево. Дать. Взять. Закрыть. 2. Блин, что от меня хотят? Ага, я ей дал, да? Падла, бесишь меня. Что от меня хотят? Давай масло посмотрим, может, и топливо надо. Так, дать еду. Нет предметов. Еда, предмет. Но нож я тебе не дам. Отлично, я могу как-то... Ага, вот она, улучшить. Назначаем тебя, да? Так, на улучшение потребуется 1 день. Вот, отлично, ребят, я разобрался, хорошо. Водокачка сломана. На улучшение потребуется 1 день, все, шикарно. Угу. От
Отменить, не отменить, не. Сломано, закрыть. То есть ты сейчас этим будешь заниматься. Правильно я понимаю? Дать паёк. А у нас остался еще паёк, либо нет? Да, еще один паёк остался. Хорошо. Тогда предлагаю бежать дальше, пусть занимается водокачкой. Так, прежде чем отправиться дальше, отдохни немного, если неважно себя чувствуешь. Или накопилось и встало, если обязательно наделаешь ошибок. Спасибо, конечно, хоть на сколько уходи, твое ужасное чувство юмора не изменилось. Так, отлично, дополнительные ресурсы, да. Так, бывают дни, когда все идет как надо, правда... В последнее время таковых почти не было. Иногда кажется, что вовсе не было ни одного с тех пор, как мы начали пытаться сбежать из этого места. Во входе выполнения своей задачи ваши спутники забрали дополнительные ресурсы. Отлично. Отремонтирована водокачка. Уровень 1. Новый рецепт. Звуковая приманка. Ячейки инвентаря 1. Дополнительные ячейки инвентаря. Производство ресурсов. Прикольно, прикольно. Так, сейчас мы к ней подойдем. Погоди. Давай посмотрим. Давай, наверное, сюда. И побежали. Но я так понял, что водокачка уже работает, да? Так, а ты кто? Пищеблок сломан. Значит, нужно будет назначить кого-то, да? Производство дополнительно сломано, недостаточно ресурсов. И что мне нужно тут, куда тебя назначить? Пляга, 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 закрыть. А с тобой могу поговорить? Нет, не могу. Поменять R. Шай поменял. Я что-то с вами делаю, только я не могу понять, что я делаю. Ну, по идее, она, да, на водокачке. Ой, я чуть ножичками не прынул. Ладно. По ходу дела разберемся. Что ты хочешь мне что-то сказать? Прекрасно, теперь мы наконец можем начать производить воду. Это первый шаг к выживанию. В жестких условиях. Не забывать назначить кого-нибудь на работу на водокачке, прежде чем снова отправиться в путь. Но по идее, она у нас. Осмотреть, Клэр, водокачка. Взять, у вас недостаточно ресурсов. Вот это я понять не могу. Ну да, мастер водокачки. Все, отлично. Пойдемте дальше. Вот сюда. Наверное, в лес возможных выживших. Блин, ну если не автоматически это будет все делать, это будет хорошо. Давай, наверное, пока здесь пройдем. Угу. Не спеша. Записка. Где наша записка? Так, монстры, мистер поведения, потерянное письмо. Привет, мам, прости, что так давно не писал, но мы были очень заняты. Угу. Обыскать, паёк, это хорошо. Мне бы оружие какое-то помощнее, да? Топливо тоже неплохо. Я же ранее по оружию помощнее, было вообще шикарно. Не знаю, есть ли у ножа... ХПшка. Это ненормально. Просто видите, нож 10 из 10. Я так понимаю, у нас всего лишь 10 ударов. Или что это такое? Так, давайте включим свет и пробежимся, да? Стой. Выключить. Ага,
то есть от света им плохо. Понял. Теперь будем знать. Так, поищите в этой области выживших, приведите их в лагерь. Да, давайте попробуем. А если я посвечу на него? Поможет? Да, смотри, помогает. Алло, ты чё? Ты куда? Все, ты закончился? Лагерь местных, там может быть что-то полезное. Так вы можете воспользоваться этим лагерем, чтобы снизить уровень стресса. Лучше можно найти похожие места, применить. О, мы с вами вылечились немножко. Так, побежали дальше, войти. Да, сейчас мы туда войдем, только давайте обыщем коробочку. Что это у нас такое? Отношение к зверю. Это просто палок. Ага. Окей. Но пока мы это использовать с вами не будем. Не знаю, видно вам либо не видно. Нужно ли вам свет зажигать. Либо и так нормально пойдет. Так, применить. Отлично, полезли вниз. А как мне сюда? Или это мне нужно будет подниматься потом просто? Так, давай пробежимся. Тихонечко. Тихонечко. Проверить. Интересно, кто ее поставил. Мне тоже интересно. Дальше, наверное, мы с вами пройдем, да? Чтобы уничтожить эти преграды, нужно найти топор для определенных разных... Требуются разные предметы. Ага, значит, в этой пещере, по идее, будет топорик. И это не может не радовать. Опять же, главное, чтобы эти вещи не портились. Так, давай включим. Давай спускаться. Ёб твою, чуть не упал. Давай спускаться вниз. Угу. Зеленая карта, да? Или что это такое? Так, пусто. Так, этот предмет должен быть у вас в сумке. О. Ага, у нас нету, да? Хорошо, давай искать дальше. По идее, где-то здесь должно быть. Я знаю, когда мы бежим, мы привлекаем монстров, но... По-другому никак. Блин, главное, чтобы сейчас на голову нам не упало это, да? Так, что это такое? Применить, ага. Вот и топор, ребят. Своим топором вы можете атаковать врагов и уничтожать баррикады. Но помните, у каждого оружия есть запас прочности. Оружие сломается. Блин, ладно. Значит, трогать не будем. Не знаю, попробуем применить. Ёб твою. Достал нож, режь. Ага, мы потратили с вами 5 ножей. Твою медь, почему она не сработала? Ладно, ладно. Ну, теперь будем знать. Наверное, пока мы не будем, да, брать в руки топор, мало ли. Сейчас опять монстр нападет. И придется с ним взаимодействовать. Так, погаси пока лампу. Давай, полезли наверх. Сейчас сломаем преграду, которая здесь находится. А где у нас топор? Давай вот сюда тебя поставим. Ломать. Блин. 3 прочности потратили. Ага, а вот и вододулечка, ля. Привет.
Так, бутылка. А здесь у нас что-то есть? Нет, здесь ничего нет. Так, поговорить. Меня все-таки куснули. Пожалуйста, помоги мне. Думаю, я смогу идти. Ладно, давай, я помогу тебе подняться. All right. Let's get you up. Так, вы выжили. Чтобы продолжить борьбу, придите к сводке. Я не знаю, правильно ли поступил, либо надо было... Это что такое? Это у нас кошмар, да? Жесть. Нет, это бессмысленно. Да, это у нас кошмар. Что нужно? Нужно глазик ему закрыть или что? Вилка и глаз. Так, ранение. Это место становится все меньше дружелюбным. Жители, отлично. Давай назначим, наверное. Сюда. Недостаточно ресурсов. Ага. Хорошо, сейчас мы на склад все уберем. Все лишнее. Наверное, сюда. Тоже куда-то туда уберем. Топор оставим, лампу оставим. Камушек тоже оставим, да? Так, привет. Я вижу, что нашему новому спутнику нехорошо. Полагаю, можно назвать удачей, что он вообще выжил. Но я надеюсь, что нам не придется тратить наши скудные запасы так скоро. Вот, возьми и используй, чтобы защитить раны нашего спутника. Наша группа растет. Теперь нам придется кормить еще несколько ртов. Не забудь, что нужно как можно скорее назначить кого-то в пищеблок. Давай вылечим. Эти создания в лесу, они удивительные. Не находите? Мне было бы очень интересно узнать, уникально ли они для этого биома. Так. Должен быть очень серьезно относиться к своим исследованиям. До того или после того, как они разорвут нас на части. Они такие же творения природы, как и мы. И все мы делаем, что можем ради выживания и процветания. Вы правы. Я думаю, нам стоит поскорее покинуть это место, чтобы больше их не тревожить. Хорошо, мы ее вылечили, да? Правильно я понимаю? Недостаточно ресурсов. Назначить. Как назначить? Как тебя назначить? Осмотреть статус, применить на набор первой помощи. Все, вылечили ее? Вроде бы да. Давай посмотрим. Но здесь с вами новый рецепт, приманка, лимит хранения. Ага, сломано. Этот предмет из... Блин, а как тебя назначить, зайчика? Ну иди сюда. Пищеблок, как тебе назначить? Кто мне подскажет? Ты не хочешь мне помочь? Недостаточно ресурсов. Сломано. Ну я как-то ж эту назначил сюда, правильно ж? Назначить работника. А как мне отремонтировать? Погоди. Я могу? Я могу уйти просто. Осмотреть... Ладно, давайте, наверное, пойдем дальше искать выживших. Но я не знаю, я назначить ее не могу. У меня, по-моему, нету ни дерева, ни материалов нужных. Так, меняем на нож. Класс, заклинило. Теперь придется искать другой способ попасть внутрь. Каким образом? Вернуться в лагерь? Нет, это нам не надо. Так. Блин, а у меня топливо осталось, да, в лагере? Ага. Я молодец, я лампу не заправил. Ну, надеюсь, вам видно, ребят. Надеюсь, вам видно. Хорошо, придется опять спускаться. Так, а не могу понять, как меня
А, вот как. Камушек, камушек. Можно ли взять камушек? Нет, нельзя. Бегим назад. Давай присядем. И заходим в пещеру. Нужно будет включить свет. Да, шикарно. Хоть чуть-чуть, но что-то видно. О, что-то светится. Маленький камушек. Применить. Да, все-все, отстань от меня. Блин, а как мне вот эта вот сигнальная ракета или что это такое? Может, камушком кинуть, как думаете? Нет. К сожалению, но нет. Хорошо, что у нас находится внизу? Так, у нас нож на двоечку. Давай попробуем его зарубить. Как думаете? Есть, отлично. Древесина одна. Хорошо. А аптечки у нас с вами, к сожалению, нету. Потому что у нас нету трав. Травушки-муравушки. И нож у нас сломан. Придется, наверное, действовать с помощью топора. Блин, как мне вот эту вот штуку с вами добыть, как думаете? Это же сигнальная ракета, правильно я понимаю? Ага. Сигнальная шашка. Вот оно как. Понял. Просто на пробел здесь нету прыжка. Я думал, что мы не сможем туда попасть. Так. Идем. Давай присядем. Там, наверное, по-любому сейчас будет темно. И, возможно, нам пригодится наша лампа. Да, давай посмотрим, есть ли тут что-то. Нет. Ой, нету, но зато мы нашли одну древесину. Это хорошо. Это не может не радовать. Здесь еще не был. Ага, вот это вот главный вход. Хорошо, здесь мы с вами спускаемся. Влево, вправо. Ну, судя по всему, вот эти закрытые дверки будут закрытыми, да? Профиль нарисован. Так, этот предмет должен быть у вас в сумке. Зеленая карта доступа. К сожалению, у меня его нет. И знаете, что я думаю? Я, наверное, на прошлой локации упустил что-то. Ёб твою. Что это было? Не знаю, что это было, но мне нужно будет в лагере с вами отдохнуть и восстановить здоровье. Да, мы сейчас туда пойдем, только сначала проверим, пусто. И здесь пусто. Блин, а ХП у нас вообще нету. В прошлой... А это как его... такое. В прошлой миссии мы с вами реально, наверное, упустили много чего. А зачем нам сигнальная шашка, как вы думаете? О, зеленая карта доступа. Новая записка. Аптечка. Будем использовать аптечку, либо... Ептую. Электричество вырубилось. Мне нужен свет. Вы можете бросить сигнальной шашкой, нажав на... Ага, ну... Я думаю, пока мы этого делать не будем, да? Ёб твою. Ага, бездна поглотила вас. Угу. Прикольно. Прикольно, прикольно, то есть... Угу. Да, мы сейчас будем начинать с вами все заново, но зато... Зато у нас есть ХПшка полная восстановленная, правильно? Осмотреть, дать, ничего нету, статус.
А ты опять раненая, да? Так, не осталось два. Персонаж не может работать в течение 2 дней. А, то есть я не могу тебя назначить на работу, пока месяц не пройдет 2 дня. Хорошо. Хотя вроде бы мы ее и вылечили. Да-да-да, здесь я не могу найти. Здесь я не могу найти, как открыть дверку, так что будем спускаться с вами вниз. Теперь я понял, зачем нам нужно было столько шашек, чтобы спасаться от вот этих вот маленьких опарышей. Ладно. А, знаете, что я опять упустил? Я не заправил лампу. Я опять забыл заправить лампу, ребят. Я молодец, Арчи, молодец. Ладно, бегим. Здесь опять монстр, да? Ептвы. Так, подняться. Не-не-не, все, прекращай. Я не помню, что здесь было, либо а, да, там дерево было. И что ты? И что ты мне сделаешь? Ничего, да? Да-да-да. Я злой, страшный, серый волк. Падла. Ладно, потратили с вами немножко здоровья. Ну, ничего страшного бывает. Давай вот сюда. Забираем, переносим в инвентарь. И будем раскидывать перед... перед собой это все делаем. Второй раз заново я не хочу это проходить, если честно. Побежали вверх. Здесь, по-моему, у нас ничего, да, не было, кроме карты. Где-то тут карта должна быть. Карта, карта, карта. Field Lab 1. Пошла лаборатория номер 1, войти. Блин, а где же карта была? Никто не помнит. Так, зеленая карта должна быть. По-моему, здесь, да, лежала? Если не ошибаюсь, пусто. Ага. Страшно вырубай, что это было? Так, открыть. Открыть пусто. Ага, вот, забрать. По-моему, в конце, да? Была карта, если я не ошибаюсь. Так, забрать, забрать. Аптечка. Что у нас тут? Аптечка. Вот, зеленая карта, да. Не знаю, давай попробуем пройти дальше. Да. Давай попробуем пройти дальше. Падла. Страшно, да? Ну тоже. Давай с помощью света попробуем их напугать. Все, отлично. Открыть дверку. Давай идем дальше. Наверное, на... Не, давайте, наверное, мы... Я просто не знаю, где конкретно будут люди. На нижнем уровне, либо на верхнем? Как думаете? Просто если сейчас на нижнем... Я их найду, мне все равно придется вверх подниматься. Ага, мы вышли с вами. Зеленая карта доступа, понял. Начать не придется. Так, кто здесь есть? Проверить. Кажется, уходили в спешке. Новая записка. Проверить. Кажется, я опоздал. Да, пошли. Пока нет. Пока нет, но мы вроде с вами все обыскали, да? По идее, больше ничего не должно быть. Да, значит, у нас будет всего лишь 2 выживших. Но я спешил, как мог, если честно. Вы выжили, чтобы продолжить. Да, пойдемте в лагерь.
Зато у нас появилась одна аптечка. Отлично. Так, недостаточно. Ресурсы, ресурсы. Давай. Ресурсы. Где наше дерево? Вот наше дерево. Аптечка нужна. Кому-то, как думаете? Это что такое? Это мясо. Так, приманка. Своеобразный способ заготовки мяса, распространенный у местных жителей. Сделай его несъедобным, однако она привлекает волков и медведей, что позволяет вам. Ага, приманку оставляем. Этот предмет снижает уровень стресса игрока. Отлично. Травы убираем. Эту штуку оставляем. Аптечку, наверное, тоже оставим. Я не знаю, сможем ли мы с вами в палатке отдохнуть. Ага, отдохнуть. Давайте мы с вами отдохнем в палатке. Как раз посмотрим, мало ли, может, мы сможем сейчас назначить тебя. Так, помните мои слова. Природа всегда пробьет себе путь. Призма не победит, каким бы количеством денег они не размахивали, как бы не вредили окружающей среде. Хорошо, а иди-ка ты на кухню, женщина. Не, не хочешь? Сломано, сломано. Блин, каким образом? Ну, уж как получилось, к сожалению, всех не спастешь. Такова реальная ситуация, погода становится все хуже, так что вряд ли здесь выжил кто-нибудь еще. Если мы задержимся здесь, рискуем попасть в затруднительное положение, так что давай отправимся. Так что давай отправляться, как только найдешь припасы. Новая записка. Когда в лагере находятся и другие персонажи, не забывайте снабжать их едой и питьем. Если это не делать, их настроение упадет ниже нуля, и в конце концов они умрут. Если все ваши персонажи умрут, вы не сможете продолжить путешествие. Угу. Так, погоди, кого мы там спасли? Ага, в шапочке. Еб твою, я не хотел это делать. Так, работник ранен, он будет работать менее эффективно, пока не отдохнет. Отдохнуть. Отдохнуть. Давайте тоже отдохнем и посмотрим, как это все работает. Недостаточно ресурсов. Недостаточно ресурсов. А сколько... Тай, хватит, брос... Плату бесишь меня. Хватит бросаться. Один из трех. Мне нужны детали, да? Угу, хорошо. А что вам нужно постоянно? Нужно постоянно давать вам еду. А у меня, к сожалению, нету больше, да? Да, еды у меня нету. Мне нужен человек, который будет ее готовить. Хорошо. Значит, отправляемся дальше. Так, разведка шахты, разведка леса, поиск безопасного места. Давай, наверное, разведка леса. Так, разведка призмы. Давай, наверное, то, что поближе. Теперь, когда вы развали базу, можно отправлять, изучать окрестности. Вы можете отправлять персонажей из базы на разведку в территории и находить себе новые зоны для изучения. Разведка занимает один день, так что в это время вы можете отдохнуть или отправиться на другой. Ага, отлично. Давай тебя назначим. Найденные предметы. Прикольно. Разведка леса. Может тебя? А мы сами отправимся. Ага. А как это происходит? Погоди. Вы уже? Вы отправились? Или мы не отправились? Блин, может, сами отправимся? О, стой здесь. А ты иди сюда, женщина.
Сейчас мы с вами должны будем отремонтировать тогда. Как это происходит? Смотри, мне нужны предметы вот эти вот. Пусть, наверное, идут, да? И дерево мне нужно же. А мы сами отправимся, значит, вот сюда. Нельзя продолжить. Вот становится хуже. Вряд ли кому-то удастся здесь выжить. Если мы задержимся здесь, рискуем. Хорошо. Давай тогда попробуем поспать, я не знаю, отдохнуть. Может, когда мы проснемся, они принесут нам все ресурсы? Я просто не уверен, как они занимаются разведкой. Во, давай посмотрим. Поговорить. Да, хотела бы я, чтобы методички для сотрудников более подробно были описаны действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе при вторжении монстров. Это то, что мы обязательно должны будем включить в следующее издание. Вероятно, это и правда могло бы помочь тем троим. Кто действительно читал методичку, но прямо сейчас нам нужно беспокоиться совсем не об этом. Ага, не отвлекай меня, я вношу изменения. Слышь, женщина, ты добыла дерево? Нет, не добыла. А почему? Разведка. Найденные предметы. Почему они нам не принесли? Почему они нам не принесли эти предметы, кто мне скажет? Либо где мне их искать? Ну смотри, один из трех, правильно? Лагерь закрыть. Карта, нет, не туда. Палатка. Крафт, нет, тоже не то. Так, давай мы, наверное, возьмем одну. Ну смотри, они мне дерево не принесли, у меня как было одно, так у меня и одно и осталось. Правильно я понимаю? Либо неправильно. Давай, наверное, аптечку, алкоголь мы оставим. Сейчас мы с вами заправимся. Так, применить. Все, отлично. Не туда. Да. Вот так вот. А у них нету вообще ни еды, ни воды. Новые союзники. Короче, пошлите туда. Я честно без понятия. Нам нужна древесина. Нам нужна еда, нам нужны металлические. Так, вы нашли немного кофе. Дайте его персонажу в лагере. И оно немного восстановит их настроение. Хорошо, этим мы займемся. Только сначала давайте обыскивать пусто. Почему здесь пусто? Айок, во, отлично, я могу вернуться назад. И угостить наших новых. Greetings. Жители, приветствую. Может звать меня Лютый Коготь. О, ты же местный, да? Мне попадались тотемы, но я не видел ни людей, ни городов. Вы, должно быть, живете довольно уединенно. Нас нелегко найти, если только мы сами этого не хотим. И обычно мы не останавливаемся на одном месте. Что ж, сейчас не самое удачное время для возвращения. Зачем ты здесь? Я выслеживаю рожденного от зверя. Врача зверь пробудил множество своих меньших слуг, которые теперь тоже уродуют землю. Возможно, мы могли бы помочь друг другу. Я мог разобраться с тварями, если ты поможешь нам выбраться. Я помогу тебе с охотой. Эй, что здесь происходит? О, Фрэнк, я просто говорил с... Лизу Коготь, погоди.
Наплюй, будто эти чертовы аборигены нам помогут. Да его, да, он ушел. Сказал тебе несколько загадочных фраз. Вместо того, чтобы сказать что-нибудь по делу, чертов ублюдок, мог бы хотя бы поделиться вяленой рыбой. Пошли обратно, да? Лютый коготь показался мне очень целеустремленным. Что бы он ни задумал, он в это верит. Может, я смогу поговорить с ним позже? Может. Но опять же ж, у нас нету ни еды, ни воды. Мы пришли. Мы пришли, хорошо. Давай тогда мы кофе. Кому дать кофе, как думаете? Никому. Давай, значит, назначать на водокачку. Вот ее пусть качает. Я не знаю, как по-другому. Я не понимаю, как здесь прокачиваться. С ней поговорим. Дать предмет на кофе возьми. Выпей, зайчик. Так, у кого-то нету еды. Угу. Лесные тропы. Так, вы можете назначить кого-то другого искать для дополнительных предметов. Почему я не могу тогда забрать это все? Где они хранятся, как думаете, а? Ну, явно не на складе, явно не здесь, правильно? Я их уже 20-й раз отправлял туда. И все никак не могу найти... те вещи, которые должны быть у них. Использовать навыки, взять, закрыть. Маленький камень. Хер его знает, ну серьезно, ребята, хер его знает, как это все работает. Ну вот, смотри, я ее назначил, она, по идее, должна мне принести вот такие вот, да? Найденные предметы. Шестеренки. Найденные предметы, еда. Закрыть, хорошо. Давай ляжем, поспим. Давай ляжем, поспим и посмотрим, отдохнуть. Мало ли, может. Я реально что-то пускаю. Так, дополнительные ресурсы. Еда, бывают дни, когда в ходе выполнения своей задачи ваши спутники собрали дополнительные ресурсы еда. Ага. Водичку собрали. Во, шикарно. То есть они нашли, да? Значит, еду. Блин, а я не туда пошел? Я не туда пошел, да? Вернуться в лагерь. Хорошо. Может, реально мы сейчас с вами здесь что-то найдем? Давай смотреть. Надеюсь, поблизи нет монстров. А мы, может, мы сами сможем... находить еду и все, что нам нужно будет. Божечки ты. Отдай-ка мне в руки, пожалуйста, вот эту вот штуку, которую я потратил в лагере. Давай, идем. Включить. Включить. Включить, все, отлично. Теперь можем бегать. Паёк один, отлично. Пусто. Красная карта, да, нужна будет. Я так понимаю, она здесь будет находиться. Так, а я могу вернуться не в лагерь? Назад, паёк, хорошо. Когда персонаж полностью снабжен водой и едой, я отправлен в палатку, он может восстанавливать настрой, позволяет лагерным персонажам время от времени отдыхать там, чтобы они отдохнули от работы. Отлично. Разведка призмы. Блин, ты можешь найти мне дерево, пожалуйста? А ты можешь найти мне...
детальки. Так, закрыть. Давай назначим. Точнее, иду сюда, отправим. Травушку сюда. Мясо, рыба. Пусть остается. Давай, наверное, поспим, да? Отдохнем. Отдохнуть. И посмотрим. Ой! Умирает! Ну! Не умирай, пожалуйста. Не умирай. Да, я тебя прошу. Давай назначу тебя в палатку, и ты будешь отдыхать у нас, хорошо? Так. Взять, закрыть. Блин, а там мне нужно ей будет отдохнуть, не то. Дать, а у меня, к сожалению, нету, да, еды. Ну да, у меня с собой нету еды. Увы. Ладно, давайте тогда сами попробуем отправиться на разведку. Что здесь у нас может быть? Дерево. Здесь у нас дерево. Ага, шахты. Блин, мне нужна еда сначала. Мне сначала нужна еда. Потому что если они сейчас кони двинут, а они походу должны будут кони, да, двинуть, то я ничего не смогу сделать. А потом мы уже отправимся с вами. Ля, вставай! Ля, ты крыса! У меня даже аптечки нету. Мы сейчас, походу, вместе кони двинем, да, с той подругой? Насколько я понял. Блин, надо было взять с собой аптечку, но кто же знал, топливо. Мне это топливо до одного места. Так, хорошо. Тут у нас тупик. Давай зайдем внутрь. А все, у меня ни фаера нету, ничего нету. Правильно, а не, один есть. Один фаер есть, хорошо. Здесь могу открыть? Открыть дверку? Могу. Дай, пожалуйста, еды. Пусто. Травы и паёк. Во. Один паёк есть. Может даже сейчас получится вернуться назад, накормить ее, отправиться за деревом. Как думаете? И тогда мы сможем восстановиться. Еб твою, блять. Ну еще мне с тобой не хватало здесь встретиться. Не знаю, как мне назад в лагерь. Вот. Хочу назад в лагерь. Да, сейчас мы с вами дадим еду. Умирает в палатке. На, покушай, пожалуйста. Так, не туда. Как мне с тобой поговорить? Да еб твою. Так. Не то. Ладно. Давай. А я отдал еду, да? Все? Нету больше? Насколько я понял. Можно ли мне... Не. Аптечку пока не надо. У тебя есть еда, либо нету? Отдохнуть. Скажи мне, пожалуйста. Паёк, паёк. Ты же занимаешься, да? Закрыть, либо не занимайся. Я вот это, честно, я так и не понял, как здесь происходит и куда мне нужно. Вот, 4, водокачка. Это мне нужно подходить к каждому и отдавать в ручки. Так, осмотреть Джейн. Навыки, настрой 2. Непонятно.
Честно, пока сообразить не могу. Хорошо, давай мы. Стой. Применить, отлично. Побежали за древесиной, побежали за... за металлом. Я хочу отремонтировать кухню, и, возможно, мы сможем с вами начать уже готовить. Так, бутылка алкоголя, но бутылка алкоголя нам нужна чисто для этого, как его, для аптечек. Это что такое? А, это мы закрыли, да? Ой, что-то мне тут не нравится. Здорово. Как оно? Poor soul. Looks like I'm too late. О, металлические. А вы не помните, сколько мне нужно? Одна, две, три. Обломки металлические. Так, закрыть. Это четвертый. Давай на третий посмотрим, что там находится. Давай посмотрим, что здесь находится. Ни хера не вижу. Ну, ничего не поделаешь. Так, давай пробежимся. Ага, тут тупик, хорошо. Мне нужны металлические обломки. По-моему, две штуки, да? Или что-то типа в этом роде. Да еб твою. Зря только шашки потратил. О, металлические обломки. Хорошо. Ножа у нас, к сожалению, нету. Мы его весь потратили. Давай подниматься вверх. Ага, понял. Все. Сука. Ля ты мразь. Все, побежали назад. Сейчас посмотрим, если нам хватит этих двух металлических обломков. Будет хорошо. Сбегаем за деревом, починим кухню. Что это за монстр такой огромный был? Все, побежали домой. Или у нас выход будет, как обычно, на первом этаже. О, вернуться в лагерь. Шикарно. Так, две детальки есть. Это умирает. Да, есть. И мне нужно три дерева теперь. Есть. Что мне делать? Куда мне делать? Что мне нужно? Мне нужно это вот сюда. Нужно три дерева еще, да? Два вроде у нас с вами есть. Как начать? Хорошо. Два дерева вроде есть. Четвертки, одно дерево есть. Мне еще два нужно. Топливо. Ага. Посмотрим, что здесь находится. Травы, древесина. Отлично, мне еще одну древесину нужно. И нужна еще одна древесина. Ёб твою! Уходи. Божечки, я ж тебе кинул древесину, это такую приманку. Вообще реально кидал приманку. Сначала включить лифт. Давай возьмем с собой, значит. Топливо. Ага. Здесь или было похоронить человека, проведя. Так, разделить тело, чтобы получить дополнительные порции пищи. Давай, наверное, разделим тело, но по-другому никак. Есть.
Так, добавьте его к нашим припасам каждое на счету. Угу. Кого-то мы с вами занимали, ребят. А, тот, кто работал на водокачке, да? Хорошо, но зато у нас теперь есть припасы. Я думаю, должно хватить. Идемте сбегаем еще раз за дровами. Блин, как-то аж печально стало, что мы ее занимали. Идемте за припасами. Сбегаем, добудем себе дерево. А где то место? Или это уже совсем другое? Да, это совсем другое, ребят. Тихо. Починить ловушку. А что это? Обследовать. Ёб твою. Блять. Я не знаю, что это произошло, но мы что-то с вами сделали. Умирает. Да я понял, что умирает. И Картер умирает, все умирает. Блин, мне древесина нужна. Закрыть, мне реально нужна древесина. Давай ее отправим, и хер его знает. Но мы явно что-то делаем с вами не так, ребят. Я это уже понял. Отдохнуть. Подругу занимали. Волк напал, умирает. А почему ты умираешь? Ну у тебя ж есть еда, вода. Что с тобой не так? А, глава пищеблока. Ты глава пищеблока? А у нас недостаточно, да? Ресурсов, ну да. Так, лагерь, начать. Мне нужно еще одно дерево. Так, что за звуки? Давай спускаемся вниз. Может, тут где-то деревце лежит? И почему дерево у нас находится в гребаных ящиках, а? Как думаете? Пусто. А, ты кто? Ага, камушек. Заполнить. Поехали вниз, да? Либо наверх. Войти на второй этаж. А, мы на первом, да? Этот мы на втором, нужно на первый, хорошо. Давай искать древесину. Главное, чтобы на нас сейчас волк нигде не напал. Так, ну это вниз спуститься. А зачем нам вниз спускаться, если мы ради этого сюда и поднимались. Падла. Гори. Гори. Стой, не падай, не... Бездна поглотила нас в лагерь. Блин, я не знаю. Короче, я так понимаю, мы с вами не справились. Насколько я понял, мы с вами не справились, да, ребят? Не знаю, пробуем еще раз. Мне нужна всего лишь одна древесина. Почему я не могу ее найти? Исследовать новый предмет. Что-то мы с вами нашли. Интересненькое, да? Здесь у нас топливо. То, что мне не надо. Падла. Ага. Давай возьмем в руки камушек. Наш шесть камень, да, вот он. А мясо покладем. Ладно, пока мясо мясом трогать не будем. Я думаю, здесь пока мясо волков нету. Где ты, падла?
Да еб твою. Ты издеваешься? Вы видели? Я два раза четыре раза промахнулся. Ой, все. Я три раза промахнулся. Блять, дай мне просто пройти в эту сторону. Все, отстань от меня. Бесишь меня, игра. Дай дерево. Пусто. Серьезно, вы не можете дать мне дерево? Один кусочек гребаного дерева? Ну что это за игра такая? Вот, древесина, одна штука. Древесина, одна штука, хорошо. Все, можно возвращаться назад, домой. Ткань. Тотем какой-то. Это что такое? Ага, залез наверх? Не, я хочу назад. Я хочу назад, я хочу домой, я хочу в лагерь. Мы с вами нашли древесину, туда мы сможем починить наш пищеблок. Бля, ты крыса. Обследовать. Капкан нашли. Наверх, и, наверное, сейчас мы сможем отправиться с вами в лагерь, да? Либо нет. Да, наконец-то. Пошлите в лагерь. Давайте ремонтировать пищеблок и на этом, я думаю, заканчивать. Так, статус умирает. Хорошо. Давай улучшить. Все, отлично. Назначили, да? На улучшение требуется один день. Отлично, давай, готовь. Отдохнуть. Отдохнуть. Все, теперь, по идее, если мы сейчас с вами найдем еще одного человека. Отремонтирован пищеблок, хорошо. Теперь уже у нас будет еда, правильно я понимаю? И ты не будешь кони двигать? Две штучки есть, четыре штучки есть. Угу. Отлично, отлично, отлично. Тряпочки это можно убрать. Приманки, думаю, нам пока мест не нужны, да? Еще отдохнуть. Хочу посмотреть, сколько будет еды. У нас вроде 4 там есть. Плюс 3, 7, да? Ага, 6. Ну да. А теперь нам нужно будет искать с вами выжившего, ребят. А где мне найти? Фрэнк хочет поговорить. Где мне найти выжившего? Как думаете? Здорово. Так, что за черт, Фрэнк? Что ты тут делаешь? Оказать этим отсталым дикарям услугу. Сынок, они должны понять, что их суеверия им сейчас не помогут. Поможет смекалка и технология. А еще они выглядят чертовски неприятно, тебе не кажется? Возможно, но ты ранен. Может, тебе лучше успокоиться? Оставить художественную критику кому-нибудь другому? Наверное, я пойду сразу за тобой. Только оставлю последний штрих. Это какой? Посрать сядешь? You know, так, ты знаешь, сколько поколений мой народ вырезал этих тотемов? Ты знаешь, что я должен был это сделать? Тебе следовало бы быть осторожнее. Это должно было выглядеть убедительно. К тому же у нас есть проблемы посерьезнее, чем несколько уничтоженных оберегов. И Blood Rampage с действием действием, они могли стать еще более серьезными. Тотемы давали хорошую защиту. Надеюсь, это того стоило. Тебе прекрасно известно, что да. Они должны ничего подозревать, я понимаю, мое дело охота, то и держать его в неведении. Хотелось бы мне знать, о чем они говорят. Я уже дал
что он будет более недоволен. Да и Фрэнк скорее обеспокоен, чем зол. Интересно, интересно. Паёк. Пусто. Пошли. Блин, если бы я раньше дерево достал бы, у нас бы было в два человека, да? Надо было два человека в лагере, моя голова. Так, если получится слишком много стресса, ага. Стресса в инвентаре, хорошо. Ну вроде нормально. А где мне найти еще одного выжившего, как думаете? И это умирает статус, смотри. От чего? У тебя же вроде еда есть, все есть. Водичка даже вон есть. Алло, подруга, ты чего? Может ей этот, как ее, аптечку дать? Просто не знаю, почему они у меня все кони двигают. Давай сделаем аптеку. Скрафтим сейчас. Так, звуковая приманка. Не, мне это не надо. Мне это не надо. Давай попробуем дать ей аптеку. Может, поможет. Не, это так не работает. Ну тогда я не знаю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел на момент, а я даже хер знаю, что ей нужно. Возможно, дать по жопе и поставить в угол. Так что все. Всем пока-пока.